Жирков и Камбаров, они во многом дублируют друг друга. Жирков почему-то абсолютно не брал игру на себя в первом матче, как и вся наша сборная. Видимо, это была просьба Капелло, потому что даже игроки, которые обычно могут что-то показать, они вообще ничего не показали. Так вот, по поводу флангов. Левый фланг я бы все-таки, наверное, отдал. Может быть, вот выбирал бы место между Жирковым и Ионовым, но в любом случае это не был бы.